Вы меня простите за это нытье, я сам от себя не ожидал. Просто я осенью пересматриваю Вуди Аллена. Ну, и я, конечно, каждый раз думаю, ну как же так? Неужели это кому-то может не понравиться? Как можно не хотеть снимать такое кино? И каждый раз я сокрушаюсь над тем того, что почему же у нас такого нет? Я больше не могу смотреть фильмы, сериалы про 90-е. Я больше не могу видеть эти постеры. Я больше не могу читать эти сценарии. Меня тошнит. Наверное, поэтому я в них не снимаюсь. Я просто не могу. Я не вижу там никакого добра, любви. Я вижу только серость и грязь. Вот так.